Привет, друзья! Редкий зверь Peugeot Boxer в базовой, скажем, версии этого автодома. Bravia Mobil – это автодома из Словении. Ну, знаете, делают прикольно на самом деле. Видите, и панорамный люк они встраивают, и мебель делают со своим таким интересным дизайном. Вот. Ну, понятно, что планировка стандартная для вэна, но, знаете, нарисовано все было хорошо. Смотрите, я бы выделил в этом автодоме туалетную комнату. Посмотрите, мне кажется, вот художник здесь постарался. Во-первых, и душевая получилась довольно-таки вместительная, и все подсвечивается правильно. И еще вот такой дверцей отделяется, собственно, душевая от туалетной комнаты. Вот. Но у вас получается, что благодаря вот прозрачной стенке такой, у вас как бы пространство не крадется, вы не чувствуете себя прям, как будто вы в банке, в консервную зашли и моетесь в общем, в каком-то маленьком отсеке. Все как-то, знаете, сделано органично. Вот, и цвета, и все на свете, что вот радует глаз. Значит, смотрите, кондиционер – это опция, понятно, за нее нужно будет доплачивать. А здесь у нас кровать, судя по всему, опускается на электроприводе. Можно повыше, пониже опустить, в зависимости от ваших задач. Но приятно, что здесь могут располагаться четверо путешественников. Видим узенький совсем ящичек здесь для личных вещей. Ну, что-то туда, может быть, поместится. Здесь вот решили не отягощать пространство. Вот. Нижний ярус тоже может разбираться, перевозить. Можете какой-то мотик, велосипеды. Вот. Ну и кухня, собственно, тоже довольно-таки хорошо смотрится. Раздельные мойка и газовая плита и мойка. Холодильничек открывается в две стороны. В общем, симпатично сделано. Приятно, что вот словенцы тоже как бы не отстают от своего главного, так скажем, завода Адрия и предлагают какие-то альтернативные варианты. А тут еще и Peugeot. Может быть, тут очень любит Peugeot, царя зверей. Вот, и хочет купить именно на этой базе. А мало кто делает. Вот, пожалуйста. А насчет цены, конечно же, да, вопрос. Ну, выставочная цена 67 тысяч евро. В принципе, я считаю, что недорого. Ну, на Peugeot не будет автомата, только ручка. Вот. Расскажите, если у кого-то есть Peugeot, нормальная машина или не стоит. Все, спасибо за просмотр. Подписывайтесь. До новых встреч. Пока.